Ребята, доброе утро. Ну что ж, мы сегодня выбрались на рыбалку. Выбрались мы с Вовой. Вот там Вова рыбачит, на балансир уже начал. Вот, в общем, приехали половить на жерлице. Сегодня у нас... Что за число у нас сегодня? Сегодня 4. 4 января. Сегодня 0 у нас по градусам. Еле вошли, короче, на лед. Я увалился, блин, ногой одной. Нога мокрая. Ну, благо... Ноль, ни мороза нету, ладно, еще более-менее потерпим. А до этого стояло 9-10 плюсов, вот. Ну что ж, будем сейчас оформлять флажочки. Вот такой вот у нас карасик. Вот, оливочка. 5 грамм. Вот. На глубину я уже отмерил. Что ж, будем приступать. Вот. Сейчас, давай, карасик. Дерзай. Ну, чего ты? Давай, давай, давай. Не хочет идти. Ну, давай, давай. Вот так. Вот так. Вот. Ставим. Поставим несколько штук. Ну что, будем приступать к рыбалке, не переключайтесь. Всем приятного просмотра, друзья, погнали. Ну вот, пройдемся мы на балансир, Вова там уже ходит. Вот такой у меня будет вивик. 68 миллиметров. Блин, ногу чувствую. Чувствуется немножко нога. Опа, выстрел. Только поставил. Бороду скинула. А? Блин, а? Первый раз на этом флажке борода. Она, наверное, крепко вдарила. Вбила. Вбила сильно. Только собирался на балансир пройти. О, сдвинулась, только подошел. Прикинь, шуганул, может. О, пошла, пошла, пошла. О, видишь, как хитрая. Да, хитрая, говорю же. Я бы уже давно бы сёк бы. Ну, вот сёк бы, видишь. И высек бы, блин, мимо. А я подошел, видишь, она стояла. О. Ну давай, еще мотни. Ну, заглотила, мне кажется. А, мелочь. А? Ёлки-палки, селедка. Какая ты здоровая. Ай-яй-яй. От нуля ушел, да? Какая ты здоровая. А каратика забрала. Да, забрал он, да, и фиг с ним. Надо ее куда-то в другую лунку рядом опустить. Ну, о, только поставил, от нуля ушел. Иди с карасиком вместе, давай, давай. Вот так вот, красавицы. Так, мерил эту глубину. Ветер сиг, да. Ну, так как-то и обещали, да? Так. Вот такой вот карасик. Вот. Вот так. Давай. Газуй, газуй, газуй. Вот так. Что тут, елки-палки, снимет? Очень много. Давай. Давай, 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 газуй. Ну все, пошел. Все, оставим.
погнали дальше. Сейчас пойдем на балансир. Что, попробуем на балансир, ребят. Так. Лунки не все замерзшие. Блин, что-то насморк опять появился. Какой-то непонятный, блин. Сейчас все болеют у нас, блин, гриппом в Латвии. Еще ногу умочил, блин. Вообще нехорошо. Терочек успокоился. Да, насморк какой-то странный. Без кладок, без досок не зайти. Будем выходить, я покажу. Какая обстановка на озере. Все берега отошедшие. Очень плохо. Очень-при-очень плохо. Эта мелка где стояла, там сразу ударила. Пофигу ей. Нет. Да нет, там нет. А тут замерзшая лунка была. Здесь вот была. Здесь сейчас попробуем. Так обидно, что ногу замочил. Лучше бы в конце рыбалки, а не в начале. Еще сопли какие-то появились, плюс нога, блин, вообще пипец. Не хочет пока. Пока не хочет. Принял решение. Надо. Тряпку был намотавши. Нога мокрая. Да, все, он текет с нее. Надо, короче, на меня. Сейчас я кулек опираться на ногу. Просто потому что. Болеть мне совсем не хочется. Хотя бы вот так. Так. А, тряпка. Вот так вот. Все же немножко будет получше. Блин, если б... Я просто, когда зашел, блин, я, короче, вот эту штанину, блин, туда опустил. И это моя была ошибка. Надо было наверх, потому что этой ногой я вошел тоже. Тоже вошел. Она сухая. Уже второй раз я попал опять. Она сухая, а это мокрая. О, тряпка. Вот так вот. Зараза. Ну, в кульке должно быть лучше. Да, ребят, пока, блин, 10-й час. Пока даже на балансир не хочет. Даже на балансир нифига.
Столько уже луны прошел. Пока тихо. Ни одного удара не видел. Ну, лед уже, я скажу вам так, печальненький здесь местами. Берега почти вон все отошедшие. Как весной, елки-палки. Куда такое, блин, а? Когда вообще такое было, блин? Как весна. Так что смотрите. Аккуратно, пока вот сейчас морозов не будет. Сейчас вот обещают завтра. Послезавтра, но все равно со входами надо быть аккуратно. Аккуратно. В траву тоже вот нельзя. Вот, вот по траве, блин, очень хреновый лед. Не хочет. Хотя вся вода уже вот ушла со льда. Почему она не хочет, я не понимаю. Блин, что-то, наверное, было придавившина. Ну, пойдем дальше. Или трава там была. Непонятно. Непонятно. Нога эта еще намоченная, блин. Вон там вообще, блин, вон в траве открытая вода, елки-палки. Свалиться нефиг делать там по тростнике. Флаги пока тоже молчат. Странно. Очень странно. Да, странно, какая-то ерунда происходит сегодня. Сейчас 11 час. Одна поклевка. Все. Я не понимаю. Либо то, что было вот эти дни, было плюс 10, плюс 9. У нас вообще вот снега даже нет, весь снег растаял. А тут сегодня 0. 0 минус 1 будет, да? Ночью там будет вроде сильный мороз. Я не понимаю. Либо поменялась погода так. Где щука? Ну, в любом случае еще будем опираться, будем смотреть. Как это все будет. Потому что для меня это непонятно. Скажите, может у кого-то сейчас такая же ерунда по щуке, я не понимаю. Хотя вчера вот товарищ был на Рушонах, позавчера, и хорошо поймал. Щука брала. Почему здесь не берет? Не понимаю. Не понимаю пока что. Ну, будем стараться все равно поймать. Да, пока флаги стоят как вкопанные. Что произошло с погодой, а? Смотрите, как тут траву положила, блин. О, в траве лед. Сейчас покажу. Сейчас. Смотрите. Все. О. Все, о, пробил. Вот так вот. Смотрите, здесь. Вот так вот. Так что смотрите, друзья, аккуратно. По траве сейчас не ползайте, пока морозов не будет. Да и морозы не советую. Имейте в виду. Вот такая вот сказка. Аккуратно надо. Я сегодня уже испытал. Хотя не по траве даже было. Сейчас я вам даже вот покажу. Конечно, все это очень сильно дало о себе знать. Плюсовая температура. А, блин, как весной. Сейчас я покажу, где я валюсь. Где я вот обычно захожу. Я не знаю, тут
блин. Выходить я тут не буду, потому что я опять валюсь тут глубоко сразу, даже у берега. Выходил там складки, и то там, блин, по воде надо идти, пипец, короче. Экстремальная рыбалка. Близко подходить не буду. Вот, все, он дышит вон. Вот, все, он отошло, блин, нафиг. О. Ну так вот. Вот, блин, что делает этот плюс. Моментом он отпустило. И там вот я увалился. Там сразу с горки пошел сразу вниз, блин. Вот так вот. Смотрите аккуратно. Решил я пройтись на балансир. Только вот я там вот сидел, на том берегу. Пришел на противоположный. Попробовать. Все же я не сдаюсь. Посмотрим, что будет здесь. Какие-то метки ставишь. Что-то за метки стоявши. Ага. Кормлено вон. Но давно. В этом месте могу, там глубина есть. Но здесь вот тоже щука, блин, всегда же брала, а? Так. До угла мы не доходим, где-то вот здесь. Всегда же она здесь брала. Да и там брала, что такое происходит, не понимаю. Ведь на самом деле это то, что меняется погода. Но сегодня еще, вот еще, сегодня еще ладно, такой перемены не будет. А вот послезавтра, там уже да, там уже будет, я посмотрел, плюс, минус 13 ночью. Да, здесь же, блин, всегда щуки брал, а. И там брал, и здесь брал. Здесь только что ветер посильнее. Потому что оттуда, с того берега ветер дует. Ну да, ну как есть. Не всегда же ловить рыбу, правильно? Всегда не будет. И самое интересное, что молчат флаги. Она даже на живца не хочет. Хотя бывает такое, что на живца не хочет, а берет на балансир. Бог ее знает. А если она сейчас была бы рядом голодная, она бы сейчас дала бы сразу. Голодная щука сразу ударила бы. Видите, какие лунки тут размытые. Это как раз когда вот те дни, когда вода шла свежая. Так вот тут их и размыло. Где щука есть голодная, не пропустит она балансир. Не пропустит. Ничего, будем ждать морозов. И будем пробовать менять место дислокации, потому что на больших озерах на самом деле местами лед не очень хороший. Надо еще сына воспитывать. Поэтому риск, конечно, дело такое. Я по первому льду рисковал, да. А одному как-то... Вообще одному опасно. По таким льдам, как сейчас промоины, есть очень опасно. Надо быть очень аккуратным. Потому что один это есть один. Была бы там, бы сейчас стукнула бы.
Может, выйдет после обеда. Либо она, зараза, чувствует. Да даже в эхолоте я, короче, нашел одно место там. Думаю, пойду пройдусь, посмотрю. Эхолот. Нашел одно место. 4 метра глубина. Потом с 4 идет на 2,6. Нашел, короче, я рыбу. Я так предполагаю, что окуня. Окуня здесь очень много, и окунь здоровый есть. Я вижу в эхолоте, блин, здоровый, ну, здоровая рыба, хорошая. Попробовал за кадром там опустить мормышку. Я вижу, что он поднимается, интересуется, но он не берет. Не хочет. Капризный, зараза. Пробую разную игру. Что-то повисло. Наверное. Немножко побольше подмерзла была лунка. Ну, ребят, как есть. Как есть. Я показываю не только, когда я ловлю, но я и показываю, когда я, как грубо сказать, не грубо, курю. Не всегда же интересно, когда вот там прям поришь. А видите, я ищу сегодня ее. И там, и сям. Ищу я ее сегодня. А пока... Вот смотрите, какие лунки размытые. Ёлки-палки. Блин, вот самое опасное, когда вот снегом сейчас присыпет. И вот вот такую, во, лунку попадешь. Вот это будет горе. Ее маленько подморозит. Так ей можно и ноги сломать. Ее маленько подморозит, снежком присыпет, и все. И горе может быть. А размыло их, потому что вода свежая шла. Да. Пока не хочет. Есть у нас, ребят, еще подъем. Пока я на балансир ходил. Решил я один флаг просто поставить просто посередине, вот так вот. Просто посередине. И прошло, наверное, 15 минут. И тут уже поклевка. Кто клюнул, пока не знаю. Но сам факт, что я его 15 минут назад просто переставил. И ходил здесь на балансир. Что, может, там около этого острова, может, она не стоит? Я не понимаю. Ладно, проверим, потому что я не видел именно, когда он стрельнул. Куда утянуло? Туда. Ничего не чувствую. Блин, и подмотало, а? Ух ты какая, в травину затянула. Интересно. Да. О, видите, за бочину. Прям перед крючком. О, взяла. Ладно, сейчас мы опустим его назад. Такой карасик, блин, можно подменить его. Это не живой. А, о, нормально, погнал. Вот так вот, блин, садануло. И все. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блин, с травины какой-то поднял он. Ладно. Нормально.
Все, ну будем надеяться. Ребята, и снова вот этот опять стрельник, который уже срабатывал. Хотя только вот я за ним смотрел, ничего не было. Решил там маленько ящик почистить немножко. Ну и что ты опять стоишь? Вторая поклевка уже здесь. Блин, ну тут-то, конечно, место перспективное. Так, травка, вот я тогда прошлую рыбалку здесь на балансир поймал. Между вот этими вот травами. Вот тут трава, тут трава, и тут вот я был поймавший. Ну и чего ты? Ладно, посмотрим. Ладно, немножко подождал, сейчас посмотрим. Кто тут опять вымахивается? И опять туда утянуто, в сторону. Сейчас побольше утянуто. На ту траву. Кто-то бился. Что-то не пойму я. Опять вы... А, не, по-моему, есть. Держит в зубах кто-то. Выплюнул. Да, выплюнул. Почувствовал. Я дернул. Да, выплюнул. Кто-то опять, короче, держал его в зубах. Кто ж тебя опять держал-то, а? Вон снизу порез. Вон снизу он порез. Кто-то опять жмякал. А во, и здесь порез. Это уже точно щука. О, укусивший. Может, только взяла, блин. Ладно, сейчас поставим назад. Такое бывает, даже когда у крупной щуки жора нету. Но она где-то рядом, она не укололась. Ну, где-то рядом крутится. Она не укололась. Это точно. Ладно. Да, здесь место перспективное. Блин, второй выстрел. Это уже о чем-то говорит. Даже бывает, когда жора нету, даже крупная щука бывает. Подойдет, дыгнет, держит. Ладно. Еще полчасика каких побудем, посмотрим. Ну что, друзья, собрал я манатки. Буду выходить. В общем, по рыбалке видели, как все было. Не удалось мне поймать крупняка. А, обидненько, конечно, но... Что делать? Ничего, ничего. Придут морозы, я думаю, будет все нормально. В общем, хочу вам показать, как я заходил с утра, что происходит сейчас со льдом. Вот. Сейчас дойду вот до места. Буквально мало осталось. С камеры может не буду выходить. Вот, смотрите. Ну, ладно, с камеры выйду. Завершу сейчас на грудь. Чтобы было видно многим рыбакам. Вот смотрите, это кладка. Раз. О, а тут ничего. Это раз. Вот смотрите. О. Что творится. Да. Очень печально. Главное мне сейчас здесь вот не уйти. Опять. Хотя я тут и так уже по сапог сейчас пойду. О, блин, ой-ой-ой. О, смотрите, по сапогу. Блин, ой, скользкая доска, блин. Главное, камеру не угомонить. Сам-то вылезу. Ух, елки-палки.
труба, короче. Намочил. Не, вовремя вылез. Да, во, блин, смотрите. О. Вовремя вылез, короче. Все, сюда до морозов нельзя больше суваться. Кладки, все, хана. Все, друзья, ладно. Поедем мы домой. Все. Кому понравилась рыбалка, обязательно палец вверх. Хоть какая-то рыбалка. И подписочка. Пока.